Всем привет, дорогие друзья, с вами Вадим, и сегодня у нас взгляд на довольно-таки старую игру, которая называется Herobrine: Maze Silent Mine. Возможно, эту игру делал тот же разработчик, что и Herobrine: The Hotel, но, в общем-то, да, давайте наконец-таки начнем. Хорошо. Я тебя буду ждать, без проблем. Хорошо, то есть у нас вот такая вот тут кубическая атмосфера, прям какой-то Майнкрафт. Так, и тут мы с вами собираем какие-то изумруды, понятно. Так, понятно. Так, а это типа карта. А вы можете объяснить, где я нахожусь, пожалуйста? А то я что-то не понимаю. Так. Так. Типа... Что? Что за звуки-то? Так, я что-то не совсем понимаю. Может быть, тут написано то, что где-то нахожусь я, но... Что-то я не понимаю. Карта это, конечно, круто, но... Да. А так, реактор, шахта, что-то... Ну, давайте пойдем на реактор, чё бы нет. Так, не открывается. А тебе надо... 100 изумрудов, вы что, зажрались, что ли, совсем? Ну, в таком случае будет тогда логично пойти сюда. Да. Возможно. Рычаг дернуть. Возможно, да. И вот тут у нас, в общем, вагонетка куда-то едет. А это, возможно, золото или это, скорее всего, железо. Хотя нет, это, скорее всего, золото, да. Так. Вроде как в описании было написано то, что эти изумруды меня будут иногда защищать вот от этих... вот от этих. Да. Понятно. Чё? Давайте я потише сделаю, потому что они мне что-то кажутся громкими. Ну да... Да, хорошо, ты... Ты уже сейчас за мной пришел и отмутузил меня на изи. Хорошо, давайте тогда попробуем еще раз. А, точно, тут же нельзя. А в таком случае, если там недоброжелатели, то... Ну, давайте сюда все-таки пойдем, что ли. Сектор Б, сектор А. Стоп, что? Понятно. Ну, это мы потом найдем, я надеюсь. Это что? Это ловушка, что ли, какая? Так, хорошо, тут у нас сундук вот с этими всеми причиндалами, точнее, с изумрудами. Так. Сектор Б. Ну, сектор Б, значит. Стоп, это куда я? А, это я назад вернулся, чё я как дурак-то? Мне кажется, ли они уже начали свою, так сказать, свою атаку на меня? Так, а я сюда вернулся, что ли? Типа, надо сюда идти. Ну да. А чё это ты остановился? О, это у нас Herobrine. Ой, а чё меня поверну? Вау! Замечательный скример, между прочим. Ну, он, конечно, не такой страшный, но... А в любом случае, если бы я раньше играл, то, ну, скорее всего, я бы даже... А, типа это его спугивает. Или что, я не понимаю. Типа, хорошо, я нашел 10 изумрудов. 12 изумрудов. А, вполне неплохой прогресс, я считаю. Так. Так, вот вы мне не нравитесь. Я не знаю, что это за тентакли. Хотя нет, это просто, блин, кусты какие-то растущие из потолка. Но мне они не нравятся. Потому что... Ну, они так подозрительно растут, как будто они сейчас мне путь будут перекрывать. А, ну, скорее всего, оно так и есть. А здесь мне тем более не очень как-то идти, потому что, ну да... Мало ли тут какие-то кубические паучки вылезут и появится или активируется какая-то вот... Ну ладно, мне на одного, в принципе... А, ты испугал. Ой, блин. Так, хорошо. Да блин, чё ты... Ты дурак, что ли, нет? Ты издеваешься надо мной? Да замолчи там уже, полусатана. Я и так не понимаю, что тут происходит. Ну хорошо, давайте вернемся в шахту тогда. Может быть, дело здесь как раз-таки. Во всем. Но в то же время я могу и ошибаться. Я
понятия не имею, как спидранить или проходить эту игру. А мне даже говорили то, что кто-то даже не может пройти эту игру. Угу, да, понятно. Чё? Это плоский слендер? Что ты, кто ты? Ты чё орёшь? Он как дед заорал. Да, пацаны, блин, чё ты мне леща-то даёшь? Все, разбежались. Мне тут слендер, блин. Мне тут, блин, слендер зарплату дает. Эй, да ты офигел, что ли? Ты чё? Заткнись. А может, в шахту пока не рекомендуется идти? Я просто что-то как-то не понимаю. А то есть я пришел, а появился там какой-то слендер. Очень плоский. Даже не то, чтобы он просто худой, а он буквально плоский, блин. Может, хватит уже орать, а? Я, конечно, понимаю то, что это кубический хоррор. Ну и, знаете, я даже в какой-то степени могу согласиться с тем, что... Стоять, сво... А, то есть вы тут в любом случае, да? А может, тут на каких-то режим берсерка активируется? Да. Еще бы. Да блин, фу, блин, you die, I'm coming to get you. Блин, я уж забыл, прямо ходил, да, прямо ходил. А сектор Б. Ну ладно, тут без разницы, хорошо, давайте тогда попробуем на спидране что ли. А может просто не рекомендуется их трогать как-то и что? А, тут скример не активируется, понятно. Может, мансовать надо? Ну, а что мне тогда еще делать? Они мне тут это, блин, 23 леща пропишут, блин, пока я тут разбираюсь. Так. Не-не-не-не-не, я не поведусь на тебя, извини. А, не, паутина здесь нормально все-таки. А то я думал, блин, сейчас... Вау. А у вас тут интересно. Даже как-то очень интересно. Хорошо, у вас тут какие-то сферы, то есть вы тут что-то охраняете, да? А или нет, вы просто тут как бы живете и вам все равно на это все. Ну хорошо, я собрал, допустим, 20 изумрудов. Да... В какие слабые места ты мне бьешь, блин? Я не понимаю. По какому месту можно ударить 3 раза, чтобы я сразу подох? Или у тебя удар настолько сильный, и ты там, не знаю... Вот сколько у тебя силушки? Я вот что-то не понимаю даже. Блин, вот что с тобой не так, чувак? Сектора, это понятно. Но... Почему он меня так просто выносит жестко? Почему? Я не понимаю. Вот прикиньте, они меня просто начинают брать толпой, а я просто пытаюсь мансовать, а один просто какой-то умный подходит и меня с 3 ударов просто шлепает, блин, и все. Раз. 2, 3. Ну ладно, в этот раз он не 3 раза мне дал леща. Слушай, а может этот скример тебя прогнал, да? Слушай, а по всей видимости, да. А, так ты крыса и ждешь меня здесь? А вот этот звук я не помню, где уже был. Так, хорошо. А, бежим вот так вот. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Так. Не знаю, что я сейчас на самом деле делаю. То есть я опять снова собрал 16 изумрудиков. Да хватит тут зомби, ты чё? Вот эти вот. А может это лифт? Нет, это ни хрена не лифт. Ой. Почему тут все на меня орут? В чем я провинился, простите? Тут даже слендер на меня орет, я не... О, все. Че? Ой, это че? Погодите, пацаны, че это? Пацаны, да... Да ё-моё. Ну, пацаны, ну вы чё? Ну что это было-то, блин? Что это за синий шест был? Я чё, блин? Куда я, блин, пришёл? Это в натуре как будто какой-то синий шест, я не понимаю.
Зачем он? Для чего он? А мы сюда ходили? Ой, а мы же сюда не ходили. Да блин, хватит вам! Тупо огребаю от зомби по полной программе, вот не знаю. Все, я не хочу в этот майн, это самое опасное, преопасное место. Опять я, блин, вот сюда пошел. Зачем, не знаю, блин. Тупо от всего получаю. Вот был бы прикол, если бы меня еще тут вот эти двери убивали. Так еще я не могу нормально уйти от этого скримера. Ну, знаете, не очень впечатляет. Да блин, хватит, а. Издеваешься, что ли, надо мной? И тут еще один поджидает? Нет. Тут другого нету. Да блин, я сюда пришел за изумрудом, а не за каким-то, за какой-то рожей, блин. То есть тут меня будут поджидать вот эти падлы, да? Типа да. Я собрал 20 вот этих штук. Да блин. Я понял, тут, короче, игра в основном заключается в том... Ну, короче, все заключается в том, что я должен по большей части мансовать, от придурков убегать и изумруды собирать. Вот такие вот дела. Так, тут какие-то решетки. А, это я уже по обратке бегу. Так, а сектор... Понятно. Сектор, сектор, сектор. Типа там я справился. Ну, можно теперь пойти в шахту, конечно, но я... Но мне это место не нравится. Оно какое-то очень-очень неприятное, очень тесное. От зомби тут убегать довольно-таки сложно. Ну, по крайней мере, сейчас для меня. Может, потом это все на самом деле окажется легче для меня. Так, тут должен быть добренький Слендер. Хорошо. Плоский добренький Слендер. Здесь меня... Да блин, чё меня так заносит? Я чё, пьяный, что ли, какой? Так, хорошо, я тут все просто вот так вот красиво оббегаю. Не знаю вообще, куда бегу. Эй, а где я? Ага, ага. Да блин. О, чёрт, что это за игра такая? Ладно. Я уже тут не знаю. Огреб от кого только можно, поэтому, наверное, я уже на такой нотке буду заканчивать, потому что, ну, серьезно. А, как бы, если в той игре, где был Entity, какой-то там номер у него, короче, был, а и там мне просто написали в комментариях, что надо бы просто на него смотреть, скорее всего. А здесь вот какая ситуация, я вот что-то даже как-то не понимаю. То есть, да, вполне логично то, что от них надо мансовать, но... Как тогда от них мансовать, если они как придурки за мной гонятся, блин, да хрен знает куда. Да и к тому же тут такое тесное пространство просто, ну серьезно. А, тут не обижать, не убежать, блин. Здорово, добренький Слендер. А может сюда пере... Да ёперный театр. Опять этот синий шест. И сейчас я подохну, блин, от кого-то. Да блин, сейчас меня тут прибьют. Да какие скри... Какие скримеры, ты что делаешь? Мне твои скримеры вообще, мне по барабану на них сейчас. Лучше бы изумруд не дал, ладно. А я, пожалуй, уже выключу режим наигранной бомбежки, потому что, ну, на самом деле не очень приятно, когда... Ты просто бежишь за каким-то, допустим, изумрудом тем же, и тут просто какой-то скример, который тебя просто примагничивает, и ты просто на него смотришь, и все. А сзади тебя просто мутузят, короче, все что угодно с тобой делают, главное, чтобы ты умер. Ну, вот такая вот игра, в общем, я, ну, вряд ли за нее снова возьмусь. Да и к тому же, вроде как, есть еще одна подобная игра, но... Ну, возможно, там будет другая локация, и, возможно, я ее запишу, поэтому, да. Ссылка на игру, как всегда, будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, следите в комментариях, ставьте игру ВКонтакте. Всем удачи и всем пока.